Santos. Ribbon, Anna Bessonova, Ukraine. А вот это уже по-русски. Или японцы выучили? Она давай. Нет, не думаю. Знаете, как говорится, когда маленькое тело работает, душа где-то спит, а потом душа просыпается, и все. Происходит так, как сейчас вот в вами. Ну, а тело-то работает? Тело работает, но душа заставляет тело, которое уже ломит, все болит, ноги, руки. Я знаю, что у Ани болит. Болят две стопочки ее, и она оперируется постоянно, что-то там подделывает. Но душа заставляет вставать утром и идти в зал, и она просто не может спокойно чувствовать себя в этом теле без художественной гимнастики. Ну вот, то, что это медаль, понятно. Медаль. Но какая? Хватает ли технического, хватает ли сложности и, скажем так, физической готовности Анне Бессоновой, чтобы с таким упражнением претендовать на победу над Канаевой, ошибавшейся? Пусть и незначительной. В данный момент я не могу судить, да, потому что я не судья, во-первых, и я наблюдала здесь больше за эмоциями, за Аниными. Возможно, я что-то пропустила, какой-то недоворот еще. Но это вечно Анина ошибка, она крутит аттитюд и гуляет бедром, так называется, да. Это сколько бы оборотов она ни скрутила, могут не засчитать. Просто тот гвалт, который поднялся в зале, это, он в пользу Анны, безусловно. Это реакция на ее же эмоции. Эх, 1/10 ее отделила от Канаевой. Ай-яй-яй. Вот это да. К вопросу о том, как воспринимают...